В Караганде жертвы телефонных мошенников объединились, чтобы вместе доказывать свою невиновность. Создали группу в популярном мессенджере, и сейчас там уже 200 подписчиков. У всех похожая история. Неизвестные обманным путем оформили на них миллионные кредиты, которые теперь люди вынуждены погашать. Моя коллега Айгерим Бухтаева встретилась с пострадавшими. У Дмитрия Русева зарплаты ежемесячно списывают ровно 50%. В двух банках на него оформили кредиты на 10 миллионов. С процентами он должен вернуть 20. История, в принципе, банальная. Позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности Национального банка. Аферист был очень взволнован и заверял, что хочет помочь Дмитрию, чтобы тот не стал жертвой мошенников. Скачав программу, карагандинец больше не мог пользоваться своим телефоном. Операции заняли почти 3 часа. За это время на мужчину оформили 2 займа. Мне сказали, что у меня в Каспи, там, допустим, одна сумма, в Народном банке другая сумма. И это они все знают, куда деньги уходили, куда поступали. То есть они все это знают. Они вот сказали, зайдите в Play Mart, скачайте предложение, это безопасность ваших денег. Приходили смс-коды, и это, они сами все рулили. Геометрия, вот фотографии, да, ну я сижу, вот же смотрю это. Она со мной общается по телефону. Вот сейчас придет это, мы хотим найти среди сотрудников. Из-за этого все делается. Ну мы и поверим. Истории очень похожи. Тревожный голос из банка просит скачать программу. Дальше телефоны переходят во владение аферистов. Еще одно совпадение. На каждого пострадавшего оформляют сразу по 2 кредита. Жертвы мошенников сейчас объединяются в группы и пытаются вместе доказать свою невиновность. Они оббивают пороги полиции и судов, подают на отсрочку. Но проценты за неуплату продолжают начислять. Мы хотим, чтобы сами банки признали потерпевшими, потому что фактически эти деньги украли не у нас, а украли у банка. Через наши счета эти деньги просто провели. Но мы нигде не можем найти поддержку. Полиция тоже молчит уже 1,5 года. Очень сложно. У нас многие люди судились с банками, все проиграли суд. Потому что суды всегда становятся на сторону банков. В полиции рассказывают, схемы обмана с каждым разом становятся более изощренными. Правоохранители постоянно предупреждают граждан, но они все равно попадаются на уловки аферистов. Только за последние 1,5 года в полицию написали 700 заявлений. Из них удалось раскрыть лишь 10%. Специалисты также объясняют, что рассрочку по выплатам могут получить лишь те, кто никак не принимал участие в оформлении кредита. Пришедшие смс наши граждане сами диктовали мошенникам, тем самым сами непосредственно участвовали в схеме мошенничества. В таких ситуациях, когда граждане непосредственно разговаривают с мошенниками, либо какие-то инородные приложения скачивают на свой телефон, либо какие-то смс, когда диктуют, тут как бы банки либо микрофинансовые организации они отсрочку не предоставляют. По словам юристов, доказать, что кредит был оформлен мошенниками, очень сложно. И лишь в редких случаях займы признают недействительными. Поэтому специалисты считают, что банки должны усложнить процедуру получения кредитов. Но и самим гражданам необходимо всегда быть внимательными. Никому не называть паролей, не переходить по ссылкам. И тем более не скачивать никаких программ на телефон. Айгерим Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Караганда.